для того, чтобы спасти их от невежественных заблуждений и языческих верований. Войско мусульман, вошедшее в город, первым делом направилось к Каабе. Дойдя до священного храма, пророк Мухаммад вошел в него и своими руками разбил все языческие идолы, хранившиеся в нем. Вместе с этими идолами были сокрушены законы жестокости, несправедливости и варварства, вершившиеся людьми во имя этих каменных изваяний. В Аравии, впитавшей в себя высшие нравственные принципы Корана, не стало конфликтов, междоусобных войн и кровопролития, бытовавших в прежние невежественные времена. Между людьми установились новые законы отношений, основанных на уважении, любви, милосердии и справедливости. Именно поэтому историки называют этот период веком счастья. Веротерпимость, справедливость и милосердие ислама. После смерти пророка Мухаммада распространение ислама шло не менее стремительно. За несколько десятилетий ислам распространился по всей Месопотамии и Северной Африке. На востоке же дошел до Индии. В течение нескольких десятилетий арабы, занимавшиеся до этого времени лишь животноводством в степях Аравийского полуострова, создали колоссальную империю и стали правителями большей части мира, олицетворяя собой примеры подлинного ума, культуры и просвещенности. Начался невиданный доселе скачок в развитии культуры и науки. В течение всего 100 лет исламский халифат распространился на землях, многократно превосходящих даже территории Римской империи. Мусульмане создали гораздо более мощную структуру управления. На этом колоссальном географическом ареале проживали люди и общины различных вероисповеданий. Более всего было христиан и иудеев. Ислам никогда не признавал каких-либо форм принуждения иноверцев к приятию своей веры. С особым усердием оберегались церкви и синагоги. Величайшая ценность этого положения становится еще более понятной, если вспомнить, что в этот исторический период повсеместно была распространена практика насильственного обращения в ту или иную
или иную веру. До прихода ислама мир еще не сталкивался со столь терпимым и уважительным отношением к иноверцам. Пожалуй, в качестве одного из самых ярких примеров веротерпимости ислама можно привести событие 638 года, когда войско мусульман под предводительством халифа Омара завоевало Иерусалим. Сафроний, патриарх города и хранитель гроба Господня, боялся, что мусульмане разрушат церковь, возведенную на месте погребения Иисуса. Халиф Омар, войдя в город, попросил патриарха показать ему местные достопримечательности, посетил церковь у гроба Господня и заверил Сафрония, что нет никакой нужды беспокоиться. Как раз в то время, когда халиф Омар находился в церкви, подошло время совершения намаза, и патриарх вежливо предложил халифу совершить намаз в храме, но халиф принес свои извинения и отклонил предложение. Он объяснил свой отказ словами: «Если я совершу намаз в этом храме,